Привет, YouTube! Приветствую наши подписчики! Ребят, давайте по поводу конкурса с вами пообщаемся. Я не ожидал, что будет столько непонятных комментариев. Давайте теперь все разъясню. До конкурса у нас осталось там 10 дней. И теперь давайте выясним такие пояснения. Первое. Вам надо зайти в группу Vision X Rus. Это элементарно. Кто не заходил, вдруг ссылочка есть под видео. Заходите, нажимаете, регистрируетесь, делаете репост первой их записи, перемещаете ее себе на страничку, закрепляете ее. И 25 числа вы должны на аватарке быть рядом с квадроциклом. Все элементарно же, да? Правда? На квадроцикле вы можете сидеть, лежать, под квадроциклом быть, но вы должны быть рядом с квадроциклом. Должны быть без шлема желательно, чтобы мы понимали, что это вы, а не какая-то украденная фотография с интернета. Тоже же, да, просто. Что вы имеете отношение к квадротематике. В конкурсе участвуют все квадроциклы, все, что связано с квадротематикой. По поводу гидроциклов, парни. Вот вы выиграете этот цвет. Я хочу просто понимать, вы куда его потом себе поставите? Вы лишите парней, у которых есть квадроциклы, лишите прекрасного такого замечательного подарка от компании Vision X. Ну, смысл? Надо ли это? Есть у вас квадроцикл, играйте. Потом для вас мы там сделаем еще отдельный, там будет по поводу гидроциклов, тоже будет конкурс. Кстати, кто не подписан на группу Сена, подписывайтесь, потому что сейчас тоже там будут другие конкурсы, да, и вдруг вас там в этом сейчас, если вас там не будет, то может получиться так, что будет конкурс уже с теми людьми, кто был подписан давно. А с новыми будет, не будет конкурса. Не сможет он участвовать. Ну, надеюсь, так я пока сумбурно так пока выяснился. Просто будьте подписаны на группу visionx.rus и, соответственно, на группу Сена. Дальше поехали. По поводу репоста. Хотите, делайте его, хотите, не делайте. Это ваше вообще как бы право. Дело в другом, что когда я к вам зайду на страничку, я должен увидеть то, что вы должны быть подписаны на группу «Чеховские проходимцы» и на группу Vision X Rus. Если я это вижу, все замечательно. Если я вижу, что у вас стоит там аватарка, где вы рядом с квадроциклом, вообще никаких вопросов нет. Если вдруг я вижу, что вы там стоите рядом с квадроциклом, у вас закрытый шлем, непонятно, вы ли это или не вы, сразу объясняю, я буду дальше рандить. Я буду считать, что этот конкурс не засчитан. Надеюсь, вопросов ни у кого нету. Правила по конкурсу всем понятны. Что подписывайтесь на Сену, тоже все понятно, да? То есть, потому что можете просто пропустить новый конкурс там у Сена. Внизу все ссылочки под видео. Надеюсь, сейчас все всем рассказал, все объяснил. Вопросов будет меньше. В группе Vision X Rus не надо размещать ваши фотографии. Ну, вы мне в личку лучше напишите. Соответственно, кто не подписан там в друзья, подпишитесь, я всех добавляю. Меня спросите, потому что там уже такой прям выдвинул список, а такая пойдет фотография, такая не пойдет. Поэтому давайте не будем засорять эфир. Большое спасибо, что смотрите нас. По конкурсу все правила разъяснены. Чё, все, начинаем. 25 числа разыграемся. Пока.